Видео было создано при поддержке Xiaomi UA. Наверняка каждому пользователю современного смартфона хоть раз было необходимо сделать снимок своего экрана. Всем привет, и сегодня вы узнаете о 7 способах, как сделать скриншот в MIUI. Смартфоны от фирмы Xiaomi с оболочкой MIUI умеют создавать снимок экрана несколькими способами. И даже если вы опытный владелец таких девайсов, я думаю, вы найдете что-то новое для себя. Не будем тянуть время, начнем. Кнопка питания плюс кнопка уменьшения громкости. Это довольно популярная и большинству известная комбинация, которая работает и во многих телефонах на Android. Чтобы сделать скриншот экрана, нужно одновременно нажать на клавишу питания, это есть кнопка блокировки экрана, и нижнюю кнопку громкости, удерживая их несколько секунд. После вспышки и характерного звука вы увидите, что скриншот был сделан и сохранен в альбоме. Следующий способ работает с версией MIUI 7. Откройте нужное приложение, где необходимо сделать снимок экрана. Также это может быть и просто рабочий стол, а затем на панели быстрого доступа, или еще как называют шторка, нажмите иконку с ножницами, что и есть скриншот. Довольно удобно и быстро. Кнопка меню плюс кнопка уменьшения громкости. Для получения скриншота одновременно нажмите нижнюю кнопку громкости и кнопку меню. Такой способ немного неудобный тем, что необходимо использовать две руки, иначе сделать захват экрана не выйдет. Сделать снимок экрана можно и с помощью специального ярлыка, созданного на рабочем столе. Зайдите в меню с виджетами и просто перетяните иконку скриншот на рабочий стол. В MIUI 8 существует сенсорный помощник. Эта функция находится в дополнительных настройках. Сам сенсорный помощник поможет быстро сделать основные функции, использовав только экран. В том числе туда можно добавить функцию захвата экрана, если такового нет по умолчанию среди других кнопок. И, конечно же, пользоваться этим. Также в MIUI 8 можно сделать скриншот с помощью жеста 3 пальца вниз. Доступна такая функция не во всех смартфонах, и ее может просто не быть на вашем девайсе. Настроить можно, зайдя в настройки, выбрав пункт «Дополнительно», затем «Скриншоты». Необходимо включить создание скриншота жестом. Теперь можно опробовать эту функцию. И последний способ, который больше всего мне нравится, это создание длинных скриншотов. Работает опять же только с версией MIUI 8. Чтобы сделать длинный скриншот, выбираем область, которую нужно захватить, и делаем скриншот любым удобным способом, о котором я рассказывал ранее. Далее нажимаем на окошко предварительного просмотра в правом верхнем углу экрана. В меню выбираем пункт «Листать». В разных моделях может называться по-разному. И остается только пролистать экран до нужного момента. Захват экрана сохранится в альбоме, и его можно будет посмотреть в любой момент. Ну что ж, на этом на сегодня все. Надеюсь, видео было для вас полезным и вы узнали что-то новое. Если это так, то напишите об этом в комментариях под видео, а также поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Все ссылки вы найдете в описании. Пока-пока!